Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости этого канала. Приветствую вас! Сегодня мы расскажем о Алсу и ее супруге Яне Абрамовой. Они 14 лет вместе. И Алсу делится 7 секретами крепкой семьи. 18 марта певица Алсу и ее муж Ян Абрамов отмечают агатовую свадьбу. Это 14 лет. За 14 лет совместной жизни певица сформировала несколько секретов крепкой семьи, которыми с удовольствием делится с поклонниками. Первый секрет – это гибкость. Как призналась сама Алсу, у нее нет формулы крепкого брака, и все время приходится учиться, сталкиваться с кризисами и ссорами. Где-то надо и промолчать, где-то не обратить внимания, где-то запомнить и ответить в более подходящей обстановке, где-то настоять на своем, уверена звезда. Второй секрет – женственность. Артистка уверена, что женщина всегда должна быть привлекательной и женственной. Об этом она писала на своей странице в Инстаграме. Мужчины любят глазами и хотят видеть перед собой красоту. Не забывайте подкрашивать реснички, красить губки, иногда устраивать романтические вечера или выходные специально для двоих. Третий – глава семьи. Мужчине важно чувствовать себя сильным. Алсу родила супругу 3 детей, 2 девочек и мальчика. И старается не баловать малышей без повода, относится к ним с особой строгостью. Однако неоспоримым авторитетом в семье все же является Ян. Слова «я сейчас папе скажу» оказывают едва ли не магическое влияние на младшее поколение. Четвертый. Доверие. По словам Алсу, у женщин слишком богатая фантазия, и они склонны выдумывать то, чего в реальности не существует. При этом дамы не забывают поругаться с любимым или затерроризировать подруг звонками. Певица уверена, что в отношениях важно доверять, но проверять как-нибудь втихаря. Устраивать истерики и разборки можно лишь тогда, когда для этого есть реальный повод. Пятый секрет – общие интересы. У пары должно быть общие интересы, а если таковых нет, надо их найти или хотя бы изредка уделять внимание тому, что важно для партнера. По убеждению певицы, если женщина не будет понимать, что интересно мужчина находит в том или ином занятии, он будет искать это понимание на стороне и, возможно, даже у другой женщины. Шестой секрет – семья на первом месте. Алсу крайне редко можно увидеть на светских тусовках, и в многочисленных интервью певица не раз подчеркивала, что домашние заботы, очаг и обстановка в доме для нее приоритетнее работы и в любых других вещей. После свадьбы она даже бросила актерскую карьеру из-за невозможности совмещать ее с отношениями. Мало кто знает, но Алсу закончила ГИТИС и даже снялась в ряде фильмов. Седьмой секрет – не думать о плохом. Несмотря на слухи, которые недоброжелатели распространяют о Яне Абрамове, Алсу доверяет только ему и за годы жизни с избранником ни разу не задумывалась о разводе. «Надеюсь, что мы состаримся на одной подушке. Ценю мужа за многое, за то, что мы с детьми за ним, как за каменной стеной, защищены, обласканы, за надежность». Вот такие секреты семейной жизни от певицы Алсу. Желаем этой прекрасной паре еще долгих-долгих лет совместной жизни. А я вам, дорогие друзья, желаю здоровья, счастья, любви. Берегите себя и своих близких. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Кто же еще не подписан на канал, подписывайтесь. Впереди еще много интересного. А также не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И быть всегда первыми в курсе новинок на нашем канале. А также, если у вас есть личные предпочтения, свои пожелания, свои любимчики, фавориты, пишите в комментариях имя, фамилию, то, что вы хотели узнать или услышать. И вообще, пишите комментарии. Нам очень важно знать ваше мнение. И я с вами прощаюсь, до новых встреч. Всем удачи, любви, всего-всего самого-самого. Всем пока-пока.